Здравствуйте. Вы смотрите 11-ю презентацию «Закона и права украинского независимого блога». Тема презентации – «Как вести себя при наступлении форс-мажора». Начиная с 11-й презентации, впервые статьи публикуются на русском языке. Приятного просмотра. Развитое рыночное хозяйство не может существовать без взаимодействия субъектов хозяйствования между собой. Как правило, такие отношения существуют в виде хозяйственных договоров. К сожалению, подготовку текстов этих договоров большинство руководителей предприятий воспринимают как обычную формальность, потому чаще всего форс-мажорные предостережения в договорах можно встретить приблизительно в таком виде: в случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от ответственности. Такое предостережение содержит в себе угрозу определенных сложностей доказывания факта существования форс-мажорных обстоятельств из-за отсутствия в отечественном законодательстве единого подхода к определению понятия форс-мажор. И, как следствие, непонимание, что именно может быть включено в эту категорию. Особо актуальным этот вопрос представляется на сегодняшний день, когда в результате мирового финансового кризиса некоторые недобросовестные субъекты хозяйствования часто пытаются использовать форс-мажор как инструмент освобождения от ответственности за невыполнение договорных обязательств. Учитывая это, возникает закономерный вопрос, что же может быть признано форс-мажором? За ответом обратимся к отечественному законодательству. Что может быть отнесено к категории форс-мажор? Гражданский кодекс Украины, далее, ГКУ, вообще избегает это понятие, определяя в статье 617 в качестве основания для освобождения от ответственности за нарушение обязательств в случае или непреодолимую силу. При этом в статье 263 этого же кодекса законодатель предоставляет достаточно широкое определение непреодолимой силы. Это чрезвычайное или неотвратимое при данных условиях события. В то же время ГКУ сужает понятие случая, а именно, указывает, что несоблюдение своих обязанностей контрагентами должника, отсутствие на рынке товаров, необходимых для выполнения обязательств, и отсутствие у должника необходимых денежных средств не могут считаться случаем. Хозяйственный кодекс Украины. Далее, ХКУ в статье 218 только дублирует такое определение непреодолимой силы. И указывает перечень обстоятельств, которые не могут относиться к ней, которые полностью совпадают с обстоятельствами, предоставленными статьей 617 ГКУ в отношении случая. Более детальное определение понятий форс-мажор и непреодолимая сила находим в специальном законодательстве. Наиболее полное определение форс-мажора содержится в правилах пользования электрической энергией, утвержденных постановлением МКР Украины от 31 июля 1996 года, номер 28, в редакции постановления МКР Украины от 17 октября 2005 года, номер 910. Так, указанный нормативный документ определяет форс-мажорные обстоятельства как чрезвычайную и непреодолимую при имеющихся условиях силу, защита от действия которой не предусмотрено в проектной и другой нормативной документации, действие которой невозможно предупредить применением высокопрофессиональной практики персонала, действие которой может быть вызвано исключительными погодными условиями и стихийным бедствием: ураган, буря, наводнение, нагромождение снега, гололедица, землетрясение, пожар, проседание и сдвиг почвы. Непредвиденными ситуациями, вызванными действиями страны, не являющейся стороной соответствующего договора: забастовка, локаут, действия общественного врага, объявленная и необъявленная война, угроза войны, террористический акт, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, общественная демонстрация, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв. Условиями, регламентированными соответствующими органами исполнительной власти, а также связанными с ликвидацией последствий, вызванных исключительными погодными условиями и непредвиденными ситуациями. Как видим, в понимании данного нормативного акта форс-мажор, это понятие эквивалентно непреодолимой силе и включает в себя как природные явления, так и обстоятельства общественного характера и юридический форс-мажор, которые в теории принято выделять в три отдельные группы. Похожее определение приведено в законе Украины от 24 июня 2004 года, номер 1877 4 о государственной поддержке сельского хозяйства Украины. Обстоятельства непреодолимой силы. Это обстоятельства, возникшие в результате принятия решений законодательного либо нормативно-правового характера,
обязательных для субъектов аграрного рынка согласно законодательству, либо те, которые возникли в результате стихийного бедствия, в том числе пожара, наводнения, засухи, заморозков, града, землетрясения, военных действий или общественных возмущений, а также по другим обстоятельствам, которые не могли быть управляемыми стороной договора, контракта, включая потерю урожая или его части в результате неблагоприятных погодных условий, внезапного прекращения поставки воды, тепла, электроэнергии, нефтепродуктов или газа, не связанного с неуплатой их стоимости. Анализ указанных определений предоставляет возможность считать, что объемы понятий форс-мажор и непреодолимая сила идентичны. Данная позиция подтверждается рядом нормативно-правовых актов, среди которых закон Украины от 15 сентября 1995 года, номер 327-95 ВР об операциях с добровольческим сырьем во внешнеэкономических отношениях. Далее, закон номер 327. Постановление правления НБУ 19 марта 2003 года, номер 114 об утверждении положения о депозиторной деятельности и прочее. Однако, некоторые законы Украины, например, от 13 сентября 2001 года, номер 2681-3 о порядке ввоза, пересылки в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые возятся, присылаются гражданами на таможенную территорию Украины, от 17 декабря 1998 года, номер 320-14 о фиксированном сельскохозяйственном налоге, содержит определение форс-мажорных обстоятельств, которые шире, нежели непреодолимая сила. Кстати, правильное понимание понятия непреодолимая сила также важно в связи с тем, что данный термин встречается и в некоторых налоговых законах при отсутствии в них отдельного определения указанного термина. Например, он есть в нормах пункта 1.25 статьи 1 закона Украины от 28 декабря 1994 года, номер 334-94 ВР налогообложения прибыли предприятий в формулировке термина «безнадежная задолженность», статья 15 закона Украины. От 22 мая 2003 года. Номер 889-4 о налоге с доходов физических лиц, устанавливающий порядок налогообложения операций по замещению утраченной собственности и тому подобное. Кроме того, понятие непреодолимой силы также используется в соответствующих нормах закона Украины от 21 декабря 2000 года, номер 2181 о порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами, в частности. Порядки рассрочки и отсрочки налоговых обязательств налогоплательщика, статья 14. Так, предоставление налогоплательщикам достаточных доказательств в отношении действий и обстоятельств непреодолимой силы, которые привели к угрозе возникновения налогового долга или банкротства такого налогоплательщика, является одним из оснований для принятия решения налоговым органом по рассрочке или отсрочке налоговых обязательств, кроме налогового долга, подпункт 14.2. 2. А также в процедуре списания безнадежного налогового долга в соответствии с пунктом 18.2, в перечне оснований для продления руководителем налогового органа, его заместителем предельных сроков представления налоговой декларации согласно нормам пункта 15.4 статьи 15 данного закона. Во исполнении указанных норм закона выдан приказ ГНАУ от 14 марта 2001 года номер 103 об утверждении порядка списания безнадежного налогового долга налогоплательщиков. Далее, порядок номер 103, приказ ГНАУ от 19 марта 2001 года номер 113 об утверждении порядка применения норм пункта 15.4 статьи 15 закона Украины о порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами. Позиция судов о соотносительности данных понятий отражена в письме ВХСУ 9 сентября 2001 года номер 0122-279. Так, ВХСУ отметил, что понятия форс-мажор и непреодолимая сила не являются тождественными, поскольку категория непреодолимой силы включает в себя только стихийные природные явления, в то время как категория форс-мажора охватывает только исключительные события общественной жизни, которые страны на диспозитивных основаниях определяют в договоре как право на освобождение от последующего выполнения обязательств. Общими для этих двух понятий является лишь то, что эти обстоятельства находятся вне контроля участников правоотношений.
Вместе с тем суд указывает, что статья 218 ХКА охватывает обе эти категории. Что же касается внешнеэкономических правоотношений, следует отметить, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств необходимо обратиться к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года, далее, Венская конвенция. Данная формулировка считается наиболее удачной, поскольку она была сформирована в результате анализа практики многих стран. Статья 79 Конвенции гласит, что сторона не несет ответственность за невыполнение любого из своих обязательств, если накажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее неразумно было ожидать принятия к сведению этого препятствия при заключении договора или избежании либо преодолении этого препятствия или его последствий. Однако такое освобождение остается только на период существования такого препятствия. Также в качестве обязательного условия освобождения от ответственности Конвенция приводит извещение другой стороны о наступлении таких препятствий. Нетрудно заметить, что все указанные акты содержат разный объем обстоятельств природного и общественного происхождения, которые могут быть основаниями для освобождения от ответственности перед контрагентом. Учитывая это, представляется целесообразным обратиться к статье 219 ХКА, которая гласит, что стороны обязательства могут предусмотреть определенные обстоятельства, которые ввиду чрезвычайного характера этих обстоятельств являются основанием для освобождения их от хозяйственной ответственности в случае нарушения обязательства вследствие данных обстоятельств, а также порядок удостоверения факта возникновения таких обстоятельств. Примеры таких форс-мажорных предостережений приведены в постановлении КАМУ 21 июня 1995 года номер 444 типовые формы защитных предостережений к внешнеэкономическим договорам, контрактам, предусматривающим расчеты в иностранной валюте и в приказе Минэкономики и по вопросам европейской. Интеграции Украины от 6 сентября 2001 года номер 201 об утверждении положения о форме внешнеэкономических договоров, контрактов. Данные акты предусматривают не только указание детализированного перечня событий, которые подпадают под форс-мажор, но и документы, являющиеся достаточными для подтверждения наступления таких событий. Несмотря на то, что эти типовые договоры предусмотрены для внешнеэкономических отношений, предложенные формулировки форс-мажорных предостережений могут быть использованы для любых договоров по желанию сторон. Многих предпринимателей сегодня волнует вопрос о том, можно ли отнести финансовый кризис к основаниям освобождения от ответственности. Анализ определений форс-мажора и непреодолимой силы не позволяет отнести экономический кризис к этим категориям, поскольку факт экономического спада охватывается понятием предпринимательский риск и не носит чрезвычайный характер. Несмотря на это, известен факт признания финансового кризиса как форс-мажора Луганской ТПП. Вопреки требованиям законодательных актов, такое свидетельство не содержит информации ни о начале действия такого форс-мажора, ни о моменте окончания этого периода. Обычно, стороны не лишены возможности обжаловать такое свидетельство. Кто может удостоверить факт наступления форс-мажорных обстоятельств? Согласно закону Украины от 23 сентября 1994 года номер 185-94 о порядке осуществления расчета в иностранной валюте подтверждением форс-мажорных обстоятельств является соответствующая справка Торгово-промышленной палаты Украины или другой уполномоченной организации, органа, страны размещения стороны договора, контракта, или третьей страны в соответствии с условиями договора. ТПП Украины о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия на территории Украины, что также предусмотрено статьей 14 Закона Украины от 2 декабря 1997 года номер 671-97-ВР о торгово-промышленных палатах. В Украине уполномоченные органы другого государства, которые легализированы консульскими учреждениями Украины, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия на территории такого государства. Президент Украины о введении чрезвычайной экологической ситуации в отдельных местностях Украины, которые утверждены Верховной Радой Украины,
или решениями Кабинета министров Украины о признании отдельных местностей Украины пострадавшими от наводнения, засухи, пожара и других видов стихийного бедствия, другие органы, уполномоченные согласно законодательству, удостоверить обстоятельства форс-мажора. Закон номер 327 сужает круг органов, уполномоченных подтверждать такие события, предоставляя эту возможность только ТПП Украины и региональным ТПП. Что же касается международной практики, отметим, что в соответствии с обобщенной информацией о практике подтверждения форс-мажорных обстоятельств, предоставленной Минэкономике и по вопросам европейской интеграции Украины письмом от 29 июня 2004 года номер 5029-1102, органы, удостоверяющие факты форс-мажора в зарубежных странах, отличаются, а в некоторых даже вообще отсутствуют. Например, в Австрии форс-мажорные обстоятельства могут быть заверены австрийскими нотариальными конторами полиции, или выдаются соответствующие подтверждения справок партнерами предприятий. В Великобритании все события, рассматриваемые как форс-мажор, должны быть подкреплены соответствующими официальными заявлениями правительства. В Нидерландах форс-мажорные обстоятельства удостоверяются нотариусом, муниципалитетом или руководящим органом провинции, однако этот перечень не является исчерпывающим. Уполномоченным органом Российской Федерации является ТПП. Порядок заверения ТПП РФ обстоятельств форс-мажора определен постановлением правления ТПП РФ от 30 сентября 1994 года номер 284. Торгово-промышленные палаты также являются органами, удостоверяющими наступление форс-мажорных обстоятельств в Турецкой Республике, Туркменистане и Чешской Республике. Что касается формы документов, удостоверяющих существование форс-мажорных обстоятельств, необходимо отметить, что в своем письме от 10 августа 2004 года номер 15183723517 ГНАУ разъясняет определенные требования к таким документам. Так, это должен быть оригинал документа уполномоченного органа страны возникновения таких обстоятельств, выполненный на фирменном бланке организации с указанием даты, исходного номера, названия документа, свидетельства, сертификат, заключение, справка и тому подобное, за подписью должностного лица с указанием его должности и с оттиском печати организации. Также данное ведомство рекомендует указывать в таком документе момент наступления и окончания действия непреодолимой силы, поскольку отсутствие этой информации влечет за собой последствия непринятия этого документа во внимание органами государственной налоговой службы. Официальное подтверждение возникновения форс-мажорных обстоятельств должно легализироваться в консульском учреждении Украины в государстве, где имели место обстоятельства непреодолимой силы, или быть заверено в посольстве соответствующего государства в Украине и легализироваться в Министерстве иностранных дел Украины. Такая позиция ГНАУ полностью соответствует требованиям Венской конвенции, указанным в ее статье 79. Но наличие только такого документа автоматически не освобождает контрагента от ответственности. Для того, чтобы наступление форс-мажорных обстоятельств действительно стало основанием освобождения от ответственности за невыполнение договорных обязательств, необходимо в течение разумного срока после наступления обстоятельств, которые могут быть признаны форс-мажорными, известить другую сторону о препятствии о его влиянии на способность осуществить выполнение. В противном случае, сторона будет отвечать за убытки, являющиеся результатом того, что такое уведомление не было получено. Кроме того, также не следует забывать о том, что форс-мажорные обстоятельства освобождают лишь от ответственности за невыполнение обязательства в течение времени действия форс-мажора. Однако это не может быть основанием освобождения от выполнения обязательства вообще. Что следует предусмотреть в договоре практические рекомендации. Учитывая отсутствие в украинском законодательстве единого понятия форс-мажора, отличие подходов к определению этой категории в зарубежных странах и неопределенность на законодательном уровне четкой процедуры удостоверения этого факта, в целях избежания сложностей и наказывания наступления форс-мажорных обстоятельств усматривается целесообразным еще на этапе подготовки проекта договора включить в его содержание следующие положения. Четкий перечень обстоятельств, которые могут считаться форс-мажорами и быть основанием освобождения от ответственности за невыполнение договорных обязательств.
При определении этого перечня необходимо обратить внимание на чрезвычайный характер таких событий с учетом специфики деятельности субъекта хозяйствования. Так, хозяйственным судом Харьковской области форс-мажором были признаны внеплановые ремонтные и строительные работы, реконструкция и переоборудование, поскольку эти положения были предусмотрены договором аренды недвижимости, которая находилась на балансе ДП «Харьковский метрополитен». Суд установил, что, учитывая специфику таких правоотношений и то, что явно выходят за рамки обычного, нормального режима эксплуатации метрополитена, такие обстоятельства, как внеплановые ремонтные и строительные работы, реконструкция и переоборудование станций, эти события могут считаться форс-мажорными обстоятельствами в решении хозяйственного суда Харьковской области от 13 апреля 2009 года номер 594809. Детальный порядок и сроки извещения контрагента о наступлении препятствий по выполнению обязательств, которые могут быть отнесены к форс-мажору. Перечень организаций, которые могут удостоверить наступление форс-мажорных обстоятельств и требования к документам свидетельствам. Возможность досрочного расторжения контракта в случае превышения предельного срока существования форс-мажорных обстоятельств. Включение этих положений в текст договора не только упростит процедуру доказывания факта существования форс-мажорных обстоятельств и освобождения вас от ответственности, но и снизит вероятность злоупотребления своими правами недобросовестными контрагентами. Статья взята из сайта World Wide Web, TURN, UE Article 7693. Как вести себя при наступлении форс-мажора? World Wide Web, prevozehist.com. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-8523. Или заходите на сайт UIB.ed.ue. До встречи в следующей презентации.